Давай фото. Ну просто снимай на видео у меня. Сниму очки, это позор. Позор на ботаник. На девушку снимусь за ботаник. Сейчас. Так. А почему на видео? А потому что фото там есть. Лучше на видео. Лучше, наверное, вертикально. Ну, я не знаю. Из воображения. Когда у меня потерялись все исчезли материалы, я рисовал из воображения. Но никто их, ну мало кто это оценил. Я рисовал вообще это тем, что было. Вот это когда заболел, у меня голова болела сильно. Я вот выбил Старомон П и стал рисовать. Вот это из готики. Полностью из воображения. Двоим орков будет рисовать. Орки нападают там. Здесь немецкие танки всякие. Вот из воображения рано утром. Рано утром нарисовал. Это кто-то назвал в комментариях Xardas Corporation. А нет. Нет, вот. Вот. Xardas Corporation. Да. Красочно. У меня там кровать краски смазалась. Я шутил, что типа сперма у меня разноцветная. Радужная. Потом вот я эту ручку рисовал обычной. И из воображения. Грубо получилось. Это фломастер, он ручкой тоже грубо. Тоже никто не оценил. Из воображения. А это я уже срисовывал там с одного скриншота. Это так. Сейчас. Вот, например, два паладина стоят. Корабля. А вот смотри, автопортрет похож на меня? Mm-mm. Нет. Ну почему? У меня же борода. Ну здесь веселый, там грустный. Да блин, я потому что сейчас смеюсь так, как всегда грустный. Я просто свой автопортрет грузил. Но я на самом деле нарисовал дикаря подписчикам. Видишь, везде сет написано грусть. Они не понимают, что это значит. Еще бы еще взять. А, вот самый офигенный рисунок с ручкой и карандашом. Это я для дикаря рисовал. Это кто? Ну, это подписчик. Это я не дорисовал, но корабли мне просили рисовать. Сейчас у меня тут полно всякого дичи. Вот это я себя в 2016 году рисовал. Не, ну здесь похож. Здесь похож. Здесь просто это, книга отзывы с выставки 2010 года. Да блин, хорош. Сейчас, подожди-ка. Вот тут тоже начатый рисунок. Надо продолжить. Вот. Блин, офигенно. Видишь, это я панораму нарисовал из готики. Тут сразу видно.
ферма Лабарта. И это. И Харинис, и прям вход туда, и там дальше еще горы, там башни. И там еще Стоунхендж, там еще я хотел сделать этот купол магический. А здесь я не знаю, что нарисовать, потому что просто ставил. Поэтому не дорисован. Рисовал, мне просто вдохновило. Дорога там, поля, деревья. И здесь вот от башни Ксардоса идут. Ну, от этой башни идет типа. Это как бы особняк такой. Там человек живет просто себе спокойно. К нему можно попасть только вот так. Никто к нему не может попасть. Представляешь? Корабль красивый. А, корабль? Ну я не считаю, что он красивый. Я не люблю проводить. А, вот еще. Это, кстати, гостями в паблике в одном крупном. Вспоминали. Такой еще все из гостей. Сначала я вот это нарисовал. Вот это, потом вот это. А, нет, сначала вот это, потом вот это. Вот это все.